Аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание. До 28 октября из Тюмени будут летать самолеты 19 авиакомпаний по 53 направлениям. Основной упор сделан на внутренние рейсы. В списке 38 российских городов. Самые популярные – Москва, Сочи и Санкт-Петербург. По международным направлениям больше всего рейсов будет в турецкую Анталию 7 раз в неделю. А также запланированы вылеты в Бодрум, Дубай, Коломбо и Стамбул. Улететь из Тюмени можно будет и в ближние зарубежье. В Алматы, Астану, Ташкент, Худжанта, Баку, Бишкек, Ош и Ереван. Вся информация доступна на сайте аэропорта Рощино. Стоимость перелета необходимо уточнять в авиакомпаниях и у туроператоров.